Самый первый железнодорожный вокзал появился в Котласе 80 лет назад. Это было деревянное строение. И только 20 лет спустя, в 1956 году, было построено новое каменное здание вокзала. Таких вокзалов очень мало у нас на железной дороге северной. И от Воркуты до Вологды это один из самых, а я скажу, самый лучший вокзал. Большая благодарность тому трудовому коллективу, который сегодня работает на этом вокзале, потому что они долго терпели, жили в невыносимых условиях. Достойно это все перенесли. Сегодня зданию Котласского ЖД вокзала исполнилось 60 лет. Это достояние города, откуда ежедневно отправляются в дальний путь и возвращаются обратно люди. Пассажиропоток в день составляет от 2,5 до 4 тысяч человек. Все, кто приезжает в город, только слышишь добрые слова, что город встречает красотой. Это здорово, это заслуга всех, и строителей, и железнодорожников, и самое главное, того коллектива, который работает сегодня на вокзале. На торжественную часть были приглашены не только руководство Северной железной дороги, глава города, но и ветераны труда, те, кто по несколько десятков лет отдал тяжелой работе на железной дороге. Геннадий Николаевич Чебыкин проработал на Котласском вокзале 36 лет. Прошел путь от рядового водителя до начальника автобазы, а потом еще 12 лет проработал ревизором в поездах. Я еще помню, когда вообще здесь рядом было деревянное здание, где было багажное отделение. А сейчас со временем это был очень современный стал вокзал. Красивый, поэтому кругом молодежь. Поэтому очень приятно заходить сюда и видеть все эти изменения. Благодаря капитальному ремонту в 2014 году вокзал стал более комфортным и удобным для пассажиров. Красивый, современный, чистый, оснащенный всеми видами услуг. Каждый день он встречает и провожает пассажиров в дальний путь. Либо посмотреть, либо отдохнуть придешь. Очень хорошо. Давно тут не были. Сейчас нормально, тут уютнее, тепло. Поздравляю с праздником, кто в этом здании работает. Вокзал Котласа является образцом качества обслуживания, а его работники – примером профессионализма и дисциплины. По уровню сервиса и технической оснащенности Котлас Южный не уступает лучшим вокзалам страны.